Что с Гиркиным пишет? Не знаю. Выясняем достоверно. А что с Гиркиным? Ну, вроде как 22 числа, то бишь вчера, в подъезде его там вальнули. Вот. Да это сразу написали, рассказали по этому поводу. Но Гиркин, конечно, очень сильно пугает путинцев. Он без тормозов, и пока они его контролируют, пока все спокойно. Но вот представляете, случилась революция. И вот эти тормоза, которые они искусственно ему включают в виде спецслужб, они отпадут. О-о-о. И это будет очень веселый Российская товарищ. Российская Народная Республика. Да, очень будет веселый товарищ, который и точно не с нами он будет воевать. Вопрос Вячеславу. Возможно ли сотрудничество национал-социалистов с вашим движением? Я этот вопрос задавал много раз, но ответа так и не получил. Да любое сотрудничество, любое, возможно. Возможно, любое сотрудничество. И вот завтра я, наверное, письмо это прочитаю. Мне там письмо прислали по поводу объединения там, и так далее. Вы же понимаете, что, как Владимир Ильич говорил, чтобы объединиться, прежде надо решительно размежеваться. То есть посмотреть, какие цели и задачи у кого. Если у нас они идут параллельно, нет вопросов. Если они взаимоисключающие, ну как мы объединимся, вы тогда автоматически окажетесь в прямо противоположных окопах. То есть нужно понимать, вы тех, то есть кто не с нами, тот против нас. Так вот устроен мир, к сожалению. Да? И вот сейчас, когда все случится, начнутся революционные какие-то действия. Мы что, кого-то обламываем, что ли, участвовать в этом? Как произойдет объединение? Да очень просто, оно произойдет естественным путем. Мы за народовластие. Мы кого-то можем, кому-то отказать в участии в народовластии, что ли? Никому мы не можем в этом отказать. Ибо народовластие – это участие всех. Поэтому, ну, какой тут ответ? Он совершенно очевидный. Принимайте участие и все. Как участвуй, да, коллабора. Вот еще один вопрос. Как долго будет длиться революция? Может ли она привести к гражданской войне? Трудно прогнозировать. Мы говорили, все будет зависеть от противодействия. Если будет сильное противодействие, значит и действие будет сильное, значит и насилие будет сильное. Если противодействие будет слабым, значит насилие, ну, почти не будет, так скажем. Поэтому, да, сейчас тут тоже посмотрю, тут компанию Никиты Михалкова заподозрили незаконной торговлей бриллиантами. Да и уж давно заподозрили. Ленину до Мальцева как до Луны. Ну, ни в коем случае, вы что, не надо такое про Ленина говорить. Я уважаю Ильича. Это умнейший был человек. Умнейший. Так что вот... Слава, как вы относитесь к Сулакшину? Это вот как раз...